Он хвост поднял. Слушайте, у кого-то понос, что ли? Вот орешки предлагает. Что зовут? А что он так делает? Слышал как? Обалдеть. Что он сказал, его зовут? Элефант. Слышь, повесил ему ледоруб вон на ухо. Мама! Сейчас летим. Обалдеть. И что мы будем делать? Я хочу попить. Кря-кря-кря делает. Точно мы. А уши у вашего волосатые внутри. Как под мышками. И вычинка такая. Слышь, они общаются. Ты снимай хоть что-нибудь. Меня на слоне сними. Да снимала я и тебя на слоне и под слоном. Вот как я ему ухо чувствую. Ты вот так снимаешь? Ты слышишь, и они прислушают. Что такое волосатый ухо? Боря, вчера так делал. Ты снимаешь или нет? Снимаю. Смотри, не навернись. За что? Ой, сфотографируй. А если упадешь, ты уже на него не залезешь. А вот фото. Не надо, а то я ты... Я тебе сейчас полезу. О! Ой, сфотографировал меня. Сейчас. О! Сидим, пьем пиво, едим орешки. Ой, сфотографировал меня? Мама, мама! Мама, мама, мама! Мамочки! Куда он пошел? Ля, он навалил ваш слон сколько. Это слониха.